Marita Cilia. Следом за ним Николай Мухоти. Аплодисменты. Николай сегодня на знаменитой путеровской породе по имени Эстан. Савелий Бородаенко, третий на всадке. Савелий Бородаенко выступит сегодня на трогенинской лошади. Это рыжий жеребец по кличке Фэнтом. Продолжаем знакомство с нашей командой, и отдельно мы должны с вами поаплодировать этому красавцу. Я говорю не только про Данилу Збродову. Данил Збродов! Сегодня он выступает с дебютом на лошади, которая является новичком команды Кремлевской школы верховой езды. Это жеребец буденовской породы Балабан. Аплодисменты Балабану! Пятым в нашей команде явно выделяется на сером орловском рысаке по имени живописный Алексей Кабанов. Аплодисменты Алексей Кабанов. И завершает парад команды Кремлевской школы верховой езды Ян Летовальцев и рыжий жеребец путеровской породы Эрапа. Дамы и господа, отдельно хочу, чтобы мы с вами поаплодировали тем ребятам на знаменитой буденовской породе. Порода, которая сегодня является нашим достоянием. Но зовут его Эстан Николай Мухоти. Аплодисменты! Завершает подготовку, но я расскажу о том, что, кстати, Николай с 4 лет сидит верхом в седле лошади. Но в какой-то период времени Николаю надоело этим заниматься, и представьте себе, он забросил мир лошадей. Вот так вот. Он предал лошадку и променял ее на высшее образование. Хотя здесь можно сказать наоборот, молодец, закончил вышку, потому что многим лошадям не нужны простачки, им нужны люди с высшим образованием, каким и является Николай. После этого у него была армия и служба в кавалерийском почетном эскорте. После этого опять-таки любовь к лошадям вернулась. Ну а мы аплодируем, Николай Мухоти начинает свой путь. Андрей Бахметьев, посмотрите, что он сделал из пластика. Николай Мухотин и его красавец Эстан. Браво! Аплодисменты, Николай! Просто и вот эти...
драфт, но тем не менее пока все вроде бы у них хорошо. Итак, Данил Скролов, я напомню, что он с 2017 года попал в армию, где был непосредственно так же, как и некоторые из наших всадников, являющихся спортсменами команды Березовской школы верховой езды, военнослужащим кавалерийского почетного эскорта президентского полка Первой службы охраны Российской Федерации. И сегодня мы можем увидеть, что любовь с того момента к лошадям возыграла с новой силой, и уже в команде Красной школы верховой езды он продолжает оттачивать свои навыки и не потерял ни в коем случае ту сноровку, которую приобрел когда-то наоборот, только больше и больше стал наш мастер лучше и, конечно же, управляется с любой лошадью, даже если это самый-самый новичок. Ну что, Балабан готов, мы готовы, готовы извините. Ну что, а может и до квартиры. Данил Скролов, аплодисменты, балабан ему! Лёша Кабана! Ну что, у Лёши не только есть мастерство езды верхом, он, кстати, еще и человек, у которого второй разряд по боксу. Так что с ним шутки-блоки, я думаю, что живописный. И он — это отличная пара, которая покажет нам свое мастерство. Встречаем на боевом поле со своим показательным выступлением Алексей Кабанов. Аплодисменты, он начинает! Сделали вот эту часть, остальное не важно. Ян Летов!